Привет, ребята! У нас сегодня 29 июля, кажется, пятница. И мы находимся в Савасане. Это полуостровок такой, который является пригородной зоной. Ну, вообще, в принципе, в Ванкувере нет такой четкой разницы между, четкой границы между пригородной зоной или городской чертой. Но единственное, конечно, ярко отличается даунтаун, где с высокоэтажки, метрополитен. У нас там находится офис, и муж работает тоже в даунтауне. И когда нам хочется чего-то другого, мы идем в даунтаун. А так мы предпочитаем жить в Коквитлами. Это городок, в котором мы живем. От нас это место Савасан с побережьем Тихого океана. Где-то, наверное, 40 минут. И сюда мы приехали только потому, что мы ехали за ягодой на ферму. И заехали по пути на Савасан. Решили прогуляться по океанической воде. Люблю я такое место. Люблю я отливы. Какие-то они романтические. Я потерялась. Я одна во всей вселенной. Вокруг меня никого. А вон ангелы плещутся в лужицах. А это большая лужица и есть Тихий океан. Начались дюны. Можно представить себе в пустыне Сахара. Вернись, океан! Что нам там шлют? Наверное, есть нечто притягательное в бегании по таким лужицам в отлив. Детям нравится, и мне тоже. Вот идешь и отдыхаешь душой, телом. У нас интересные. Хм-хм.
червячки. Маленькие крабики, наверное. Так вот, что там такое живет? Разорой? Эксперимент? Какие-то морские чудища. Какие-то морские чудища. Так, так, так. Видишь, выходит. Вот только что вышло. Ну. Ой, а вот это, смотри, медузка или как она называется? Заснять. Медузка. Это непонятно, что. Это же это. Слушай, Ир, ну ты посмотри, как они выходят. Что это? Кто знает, ребята? Медуза. По-моему, это медуза. Вон их много тут. Да? Да. Ну, медуза, в смысле, их очень много. Ой, слушай, кстати, они... Выходили в это. Они, кстати, жалят, когда плаваешь. Да, конечно. Не жалили тебя? Детворы здесь всегда много, из садиков привозят детей, и со школы, как у нас было в пионерских лагерях, здесь также привозят. И мамаши молодые, и бабушки с дедушкой. Воды, пожалуйста, сделали коврик. Вода теплющая. Тепленькая вода, приятно. Все, соль свою снимем. Вот так вот. Вот так хорошо. Давай еще. С этой стороны. Вот так вот. Давай. Вот так. Вот так хорошо. Вот так. Ой, ты там есть чуть-чуть. Здесь в песке? Да. Вот ему нравится, а? Кайф, да? Теплый душ вообще, он тут это... Уходить. Домой, говорит, не хочу теперь, все. Классно, да, Рио? Это выбор. Пошли. Вот почему он не...